Хей, йога, если вы мешаете, мы продолжаем проводить игру под названием Dark Sundry. Либо дырка от бублика. Как-то так. Я траванулся в супе с котом. И не один раз. Ага, я там работал когда-то. Гнусное место. Ого, ха. Кажется, чтобы я не сделал это только ко всем на пользу. А ведь он прав, Мира может в ВК не такой уж и злодей. Эй, слушайте! Все знают, что суп с котом был грязной дырой еще до того, как упал в дыру. Ну, давайте вернемся к нашей главной проблеме. Ну да. К моему разбитому в хлам квадрокоптеру. Да, Мира, зачем ты его разбила? Чувак, я не хотел его разбивать. Мне тупо пришлось. Пончиковая. Погляди только. Отряд ВК. Класс. О, да, и вот еще. А ты не задевай. Класс. Видишь, как быстро лапастит крутится. Поэтому они и летают. Да ладно. И я получил его всего за 12 доставок. Дашь попробовать? Конечно. О, да. Только аккуратно. Аккуратно. Вот так? Может, пониже? Хм. А если вот так? Что ты творишь? Ты свихнулась? Как ты можешь хвастаться этой тупой игрушкой? Ты же ради нее уничтожил дома наших друзей. Подруга, они сами заказали пончики. Я просто выполнил их желание. Сил уже нет. ВК, скажи мне пароль от этой штуки. Вроде код 0451... 451 градус по Фаренгейту. Отсылочка на книгу. Стой, нет. Я же поменял на Бонки Конг. Отсылка на Донки Конга. Спасибо. Кстати, ты хоть знаешь, что там на дне дыры? Без понятия. Ты чего делаешь? Хочу преподать тебе урок. Камень не пролазит. О, теперь полегче будет. Главное жрать более подходящие вещи. А, мусоропедию мне не дали, да? Мне пришлось это сделать, чувак. Не было другого способа до тебя достучаться. Ты не понимаешь, как оно теряет то, что тебе дорого? Ну, в смысле? Думаю, теперь понимаю. Народ, вы любили свои жуткие захламленные домики, и я их и забрал. Просто делая свою работу. Которая, если так вот посмотреть, паршивая работа. Но... Как-то так. И ты можешь нам выбраться из этой дыры. Господи же ты, боже мой. Ладно, окей. С чего начнем? Ха-ха. А я надеялась, ты нам скажешь. Прости, если я произвожу впечатление, будто что-то знаю. Но на самом деле я не знаю ни черта. Нужно разыграть щена. Народ, если найдете щена, мы сможем поднять вверх на его воздушном шаре. О, да, щен! ВК, можешь поискать щена в своем планшете? Конечно. Планшет, пожалуйста, определи GPS-данные воздушного шара, содержащего щена. Шучу, эта штука не поддерживает голосовые команды. Знаете кого-нибудь, кто бы мог отыскать щена? Посум? Не-не-не, посум больной на всю голову. Может и больной, но признай, что посум был прав. Земля внутри пустая. Если знаете, где он живет, я могу притащить его. Ну да. Просто доставь ему пончик.
Тут заброшенный дом. Ха. Так и знала. Посум самовольно занялся пустой дом. Всегда считала, что там привидение. Но это еще хуже. Нихера себе. Заброшенный дом. Дом с привидениями. Ну, типа, знаете, оно не... А, стрёмно, ладно. Давай, давай, загружайся. Короче, череп не... А, это кошак? В маске. Ну! А, короче, мне нужно просто хавать. А, занавеска была. Манай тут, оказывается, что было. А мне ж потом заново все читать это, да? То что педию мне больше не дадут. Не дают. Я же говорил. О-хо-хо. Земля внутри пустая. Бритва Кама. Ого. Мы уже битый час это слушаем, сколько можно. Эй, посум, так ты знаешь, как определить, где Щен? Щен... Кажется, я слышал, что копы искали собаку в воздушном шаре. Так где он? Я мог бы выяснить, будь у меня енотовая полицейская рация. О боги. ВК, где можно раздобыть енотовую полицейскую рацию? Ну, скажем, у шефа полиции, но он сегодня в енотовой за... Что он делает? В енотовой запрете у него выходной. Давай наведаем там шороху. Мира, ты серьезно? Енотова запруда. Это самый райский енотовый уголочек на всей енотовской земле. Там водяные шарики, прикольные смешарики. В енотовой запруде водяная гора чудо. Там радости повсюду и никакой пустыни. У тебя нет выбора, ВК. Водная горка обречена. Да, понял я. Ну, когда шеф полиции появится, тут объясняешь. Объясняться с ним будешь ты. Енотова запарада. Ну, поехали. Начнем, так сказать, с малого. Пойдем по возрастанию. Понятно.
Так, погнали енота выжирать. Какой-то не очень веселый уголок енотовский. Но ты будешь это есть? Короче, не бесите меня. Так, хорошо. Пролазь. Ага. А как мне съесть, если я не могу достать? Ладно, получилось с горем пополам. Так, подожди, подожди, подожди. Ну, сарапелью давайте вернемся. Жилой дом. Так. Пончиковая. Машина ВК. На заднем сиденье целая куча отборного мусора. Тротуар. Собаки ведут себя как хозяева тротуара, но ведь это не так. Кирпичи. Стемена за зданий. Кактус. Если уколешься, а кактус, станешь кактусом. Ух, ебаная. Пальма. Деревяшка с пучком салата наверху. Лягушонок. И тут многие сразу вспоминают, почему не едят пиццу. Мусорный контейнер. Не требуется пояснений. Квадрокоптер. Разбитый. Это я пропущу. Горько смотреть. Енотов планшет. С его помощью создаются дыры. Вывеска пончиков. Можно и не пробовать съесть. Тут нужна помощь друзей. Фасад пончиковый. Одно из многих мест, где царствуют еноты. Служебный вход. Отсюда доставляет еще немало дырок. Звонок. Нажимать, когда делаете, больше нечего. Кактус большой. Будь это возможно, без раздумий поменялся бы телами с кактусом. Плакат с квадрокоптером. В чем смысл жизни? Да какая разница, если у тебя есть коптер? Плакат с мусорным королем. Предводитель енотов в Дон Шанджи. Экран доставки. Отсюда можно узнать, кому захотелось дырок от пончика. Жесткая банка. Защитная оболочка совершенно непроницаема. Никто не знает, что там внутри. Коробка для пончиков. Похоже, в Дон Сенсере закончились пончики. Енотов ноутбук. Снятся ли ноутбуком выпадающиеся клавиши? Я типа снятся ли роботом овцы, электроовцы? А, конторка. Чтобы не сидеть целыми днями на стуле, может так они себе на лошади? Док-станция планшета. Планшет надо заряжать, чтобы не стало скучно и не пришлось выходить наружу. Батарейка Д. Редчайшая еда. Д. Значит, деликатес. Птичья клетка. Здесь птицы читают расстеленные газеты. Звериная кость. Кости – это как запчасти, но для животных. Нужно для правильной работы. Шар для боулинга. Без специальной обуви брать его лучше и противозаказно. Свеча. Крайне неудачная версия солнца, но на вкус неплохо. Диван грязный. Удобно спать, а между подушками можно найти еду. Моментальная лапша. Моментальная начинается жалеть о том, что ее поел. Злобная кошка. Эту кошку кто-то крепко обидел.
стол посума, ящик, забитый сухими пайками и фальшивыми паспортами. Мусорный контейнер грязный. Потенциально там куча полезных вещей. Рыбка в пакете. Неплохой перекус. И сразу в комплекте с напитком. Фонарик. Если рассказать страшную страшилку, не подсвечивая лицо фонариком, кошмар сбудется. Садовое кресло. Грязное. В нем хорошо спать. И под ним. Газонокосилка. Как пугает траву, что-то съезжается. Маска синяя. Это украденное лицо, потому что ее выглядит безумным. Маска зеленая. Маска – самый верный способ передать свои чувства. Маска красная, чтобы прикинуть типа крутым. Маска желтая. Все вокруг носят маски, кроме меня. Мини-холодильник. Такие самые удобные, и дотянуться легко, и открывать проще. Ночная тумбочка. А днем ей дают отдохнуть. Камера посума. Стандартное снаряжение охотника за призраками. Сейф. Можно подумать, внутри есть хоть что-нибудь съедобное. Бутылка лимонада. Чем приклеивает цвет, тем вкуснее. Криклевее. Теннисный мяч. Раздавленный. Победа явно была разгромной. Лодка для водной горки. А на водяной горках бывают лодки, не похожие на бревно? Вряд ли. Фотокамера водной горки. Столько счастливых воспоминаний. Водная горка разрушенная. Каким же надо быть чудовищем, чтобы сломать водную горку? Водяное колесо. Без воды невозможно не только прожить, но и проплыть. Строительный конус. Коническая форма заслуживает уважения и должна использоваться намного чаще. Защитная каска. Не снимайте, пока твой сайт еще в разработке. Автомат с водными шариками. Водные шарики помогают в решении головоломок. Призовая рыба. Через сколько колец нужно прыгнуть, чтобы получить свежую рыбу? Водный шарик. Водные шарики похожи на воздушные, но наполненные мистью. Колесо обозрения. Блин, на котором можно покататься. На котором можно покататься. Кабинка колеса обозрения. Главное, чтобы в нее не стошнило. Шапито. Жутко уродливый наряд для великанов. Зеркальная стойка. Прекрасный способ сообщить что-нибудь важное, не вставая в общество. Урна парка развлечений. Домик для надкушенных сосисок в тесте. Замок. Дом принцессы, который милый, прекрасный мусор и принцесс. Енотовая полицейская рация. Передает рассказы о дерзких преступлениях. Кресло-мешок. Только не усаживайтесь, дикобраза. Полицейская фуражка. Дарует право арестовать кого угодно без причины. А, до туда еще не дошел, подождите. Ох. Он жив? Давайте сюда рацию. Народ, у меня могут быть большие неприятности. Мусорный король отперет у меня планшет, если узнает. О нет, неужели ты тоже скатишься на самое дно? Что если он сбросит тебя в твоих друзей в такую-нибудь жуткую яму? Ладно, ладно, я понял. Посум, что там с... Там слышно по рации. Секунду. Да, поймал. У штаб-квартиры енотов продолжаются беспорядки. Идет третий день митингов. У протестующих даже появились тематические футболки. Нет, не то. Исчезла пончиковая Дон Санджи. Ведется следствие, разыскивается енот-курьер по имени ВК. Ох, выключи. Должны ведь быть какие-то новости, ощущения. Высылайте подкрепление на автостраду 405. Тут серьезная пробка из-за воздушного шара. Это наверняка мужчин. Есть же он на автостраде 405. Супер, надо спешить, ВК. За ним еще едут копы. За мной тоже едут копы. Спокойнее, все норм, чувак. Я буду навещать тебя в тюрьме. Что? Не благодари, сама знаешь, что я хороший друг. Но сначала надо сделать доставку.
Ну, слушайте, Ракун, это как Ракун Сити, знаете, вот отсылочка на... Папич, это ты? Ну, падай, падай. Да, там, походу, какой-то стример. Либо что-то типа того. Блин, надо дырка побольше. Телевизоры не могут нормально проваливаться. Так, хорошо, пончик я захватил. Так, хорошо. Так, он где-то здесь, да? Нихера себе, битва с боссом? Окей, мы схватили его. Они просто все летят в дырку. И это мы никак не предотвратим. Мы это вообще никак не предотвратим. Чен, ты жив-здоров? Гав. Давай, Чен, вылезай, мне нужен этот воздушный шар. Полечу наверх и всех нас спасу. Нет уж, чувак. Один ты не полетишь, иначе просто сбежишь. Я с тобой. И я. Но слушай, если надо будет взломать их сервер. Нет. Да, не стоит, лучше оставайтесь тут. Просто возьмите и полетите. Есть хоть какой-то план? Поговорим с предводителем енотов, с мусорным королем. Вступим в битву с боссом и надерем ему задницу. Чувак, да ты в жизни не победил ни одного босса. Так что на сей раз будешь делать, как я скажу. Может, сначала попробуем с ним просто поговорить? Попробуем. Удачи вам. Спасибо, Кока. Ух ты, жутковато. Тут наверху то же самое. Как будто всех нас отсюда выжили, еноты. Что? Я уже попросил прощения, ничего-то и дело напоминать. Ты считаешь, что это все всем виноват? Ты считаешь, что это я во всем виноват? Паршиво на душе, но я не могу отметить то, что сделано. Слушать. ВК, мой тебе совет.
Ты терзаешь чувством вины. Я не обвиняю тебя во всем, что делают еноты. А мы по-прежнему друзья? Конечно. Но если хочешь, чтобы мы остались друзьями, не обвиняй меня в своих чувствах вины. Ах, я... Ах, да, и... Поможешь мне машину? И собаку мою искупаешь. Заметана. Вот она. Штаб-квартира енотов. Вон та штука на старом обзорном холме. Ух ты, выглядит будто огромный мусорный бак. Точно, круто, да? Сразу ясно, что там живет мусорный король. Что ж, приступим? Нет, ребятки, мы не приступим. Мы сейчас возьмем мусоропедию. Полицейская фуражка дарует право арестовать кого угодно без причины. Воздушный шар. Воздушные шары презирают земное тяготение. Квадрокоптер. Если надеть... Объяснять... Так, если надо объяснять, что это, с енотами вряд ли сработает. Квадрокоптер золотой. У енота символ высочайшего статуса. Дорожное ограждение. Разделяй дорожные полосы, чтобы машины не целовали друг друга. Машина... А, мышиная машина. Заведи, отпусти и смотри. Утренний кофе. В чем секрет хорошего кофе? Зерна надо напугать. Хорошенько на них наори. Домкрат. Машины не умеют сами задирать лапы. А эта штука им помогает. Дорожный конус. Если выругаться в него, никто не услышит. Мегафон. Если выругаться в него, услышат все. Быстрое фото. Фотокамера, умеющаяся мусорить. Старинная машина. Ищу инвестора для экскурсии по дому с привидениями без выхода из дома. Классический кабриолет. Дом с привидениями для тех, у кого плотный график. Грузовик озеленителей. Что касается дома с привидениями, для автомобилистов самый сложный вопрос. Чем напугать машину? Городская машина. Мне кажется, машины боятся всего на свете, просто мы не слышим их криков и заглушителей. Полицейская машина. Машина, которая орёт на тебя и подмигивает. Роскошная машина. Богачи выбрасывают машины уже после одной поездки. Столик для пикников в пробке. Вечеринка для муравьев. Бандитские записка. Написано «Вверх, влево, вниз, влево взять». А, это, если чё, на... Как оно называется? Комбинация Mortal Kombat? Нет, там вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо. А, это этот. Вверх-влево, вниз-влево взять. Как он называется? Код Konami. Вспомнил. Ну что, думаю, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.